Коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре, который посвящается теме «Экономическая эффективность использования облачных решений». Сегодня в качестве ведущей вебинара буду я, руководитель отдела продаж Кошелева Оксана. Хочу немножко рассказать про сегодняшний тайминг. Про саму тему я расскажу где-то около получаса. Что касается ваших вопросов, то в течение самого вебинара я их видеть не буду, но в конце вебинара обязательно к ним вернусь, и мы с вами пройдемся по вашим вопросам. Итак, что же такое Axolot Cloud? Axolot Cloud – это модель обслуживания, при которой заказчик получает возможность работать с программным обеспечением Axolot с любого устройства, главное, чтобы был доступ в интернет. Что же это означает? Это означает, что программные продукты Axolot размещаются на выделенной виртуальной машине с возможностью масштабирования этих решений в случае необходимости. Подключаться к использованию данного сервиса вы можете через веб-интерфейс. Также осуществляется поддержка мобильных устройств на платформе Android. Возможность дорабатывать решения также присутствует. Ну и, конечно же, поскольку наши программные продукты размещаются непосредственно в облаке, то, безусловно, очень важная вещь – это резервное копирование данных и возможность быстрого восстановления. Здесь представлена линейка наших решений, которые можно сейчас приобрести по модели Axolot Cloud. Это решение для складской логистики, это решение Axolot VMS, VMS X5 на платформе 1С предприятия 8, VMS E5 на платформе NetCore. Также по этой модели можно приобрести решение для транспортной логистики Axolot TMS X4 и Axolot SCAP. Axolot SCAP – это решение для планирования маршрутов, и, как правило, заказчики его выбирают вместе с системой Axolot TMS. Давайте разберем, из чего складывается ценовая политика использования программных продуктов в Axolot Cloud. В первую очередь, это, конечно, приобретение лицензии на программные продукты Axolot. В зависимости от того, какие программные продукты вы для себя выбрали, лицензии могут быть на дополнительные рабочие места, как на мобильные, так и на стационарные, на подключение оборудования, на планирование маршрутов, если мы говорим про Axolot SCAP. Ну и, конечно же, основное, что нужно приобрести, это лицензию на конфигурацию. Помимо пакета лицензии Axolot, необходимо также приобрести лицензию на тестовый контур. Как правило, заказчикам эта лицензия бывает очень интересна, потому что перед тем, как переносить уже готовый, отработанный механизм в продуктивный контур, необходимо сначала убедиться в том, что это работает. Сюда же входит лицензия на платформу 1С предприятия 8, если мы говорим про решения, которые разработаны на этой платформе. Выделен облачный сервер. Мы под вас выделяем необходимые мощности в зависимости от интенсивности вашего склада, в зависимости от количества пользователей и других параметров. То есть конкретно под ваши задачи будут выделены нужные мощности. И мы осуществляем поддержку инфраструктуры, где, собственно, разворачивается программный продукт Axolot. Данный сервис можно приобрести на 12 месяцев и с возможностью дальнейшей пролонгации. Давайте разберем на примере Axolot VMS X5 разницу в стоимости приобретения в модели Axolot Cloud и в модели On-Premise. Мы выбрали для сравнения следующие параметры. То есть это один склад, это две тестовые базы ВМС, это 5 стационарных рабочих мест администратора или диспетчера и 10 пользователей с ТСД. Помимо этого пакета лицензии сюда входят также еще и выделенные мощности серверные и наша поддержка этих решений. И, как вы можете убедиться, стоимость всего этого пакета составляет меньше 1 000 000 рублей. И теперь вот здесь представлена стоимость, которую вы бы заплатили в случае использования продуктов наших в классической модели, в модели On-Premise.
Как мы сможем с вами видеть, здесь помимо лицензий наших акселотовских, вам нужно еще приобрести лицензии и на СУБД, и также позаботиться о серверном оборудовании. И не только это разовая закупка, да, это еще и дальнейшая поддержка этого оборудования серверного, в том числе обеспечение там, дополнительных частей, ZIP-ов, в случае, там, если что-то будет выходить из строя. Также нужно понимать, что помимо приобретения железа, необходимо также это железо и поддерживать. То есть должен быть человек в компании, который готов этим заниматься. Ну и вы как заказчик готовы за это платить. Это системный администратор, который тоже из года в год там, получает заработную плату, плюс еще компания платит за него налоги. Если в совокупности все эти затраты сложить, то мы с вами увидим стоимость, которая выходит больше, чем стоимость использования данного продукта в Axelot Cloud. Ну и что же выбрать? С одной стороны, решение по классическому использованию этого модели on-premise, либо же решение Axelot Cloud. Как мы с вами видим на графике, здесь временная шкала представлена в разрезе 7 лет. Что помимо того, что первоначальное вложение на Axelot Cloud ниже, да, чем если бы вы приобретали программное обеспечение и разворачивали у себя на сервере, так и на протяжении 7 лет вы можете видеть, да, что стоимость растет меньше, чем там, стоимость использования тех же самых продуктов у себя на сервере. Почему выбраны 7 лет? Потому что, как правило, средний срок использования программного обеспечения именно такой. Но, естественно, чем вы больше дальше будете использовать программные продукты, да, тем, собственно, там, ну, в сравнении с Axelot Cloud стоимость использования именно программных продуктов на своем серверном оборудовании будет значительно дороже. Если подводить краткие итоги, то можно сказать, что естественно, используя программные продукты в модели Axelot Cloud, вы увидите существенные выгоды этого варианта, а конкретно это первоначальное вложение в проект автоматизации и быстрый его старт. Потому что в настоящий момент мы начали замечать, что оборудование приходит с большими задержками, а это означает, что это влияет также на сроки выполнения проекта. Если мы говорим про то, что мы эту функцию по обеспечению серверных мощностей берем на себя, то для вас это и временная экономия, и экономия денежная. Нет необходимости устанавливать дополнительные ПО на рабочие места сотрудников. Эту функцию мы берем также на себя, то есть мы даем возможность использовать наши программные продукты в том количестве лицензий, в каком это необходимо. Вам единственное, что нужно приобрести на нужное количество пользователей соответствующие лицензии. Здесь также хочу еще раз отметить, что вам не нужно создавать свою собственную инфраструктуру и ее поддерживать, и в том числе, там, помимо затрат на железо, вкладываться в затраты на фонд сотрудника, который будет все это поддерживать. И, конечно, хочу также отметить, да, про отсутствие затрат по технической поддержке. То есть что это означает? Это означает, что мало взять и поставить систему на сервер. Нужно следить за обновлением, в том числе системного ПО. Нужно проверять актуальность того или иного продукта. Вот. И следить за модернизацией, в том числе серверного оборудования. Вот все вот эти затраты, головную боль заказчика мы берем на себя, а вам достаточно просто выбрать и определиться с продуктом, который вам интересен, определиться с количеством лицензий, которые вы хотели бы приобрести под него, и обратиться к нам для того, чтобы мы вам рассчитали стоимость использования продукта именно в такой модели. А что же не меняется? А не меняется технология внедрения. То есть есть два варианта. Первый вариант – вы можете приобрести программные продукты в использовании Axelot Cloud и при этом внедрять, настраивать, дорабатывать систему сами. И второй вариант – когда мы говорим, что проект мы делаем совместно. Вы также приобретаете программные продукты в модели Axelot Cloud. Вот сам проект мы делаем вместе с вами, который состоит из 4 этапов, например, да, согласно нашей методологии проектного внедрения. Вот, запускаем систему, и вы дальше продолжаете в ней работать.
Хочется отметить еще дополнительную фишку – это кастомизация программных продуктов. Не всегда в облачных решениях позволительно такие вещи. Как правило, это типовые продукты, и заказчики подключаются и используют то, что есть. В нашем же случае вы будете использовать тот продукт, который подходит вашему бизнесу, который настроен под вас и который доработан под ваши требования и потребности. И в завершении вебинара я бы хотела отметить, что у нас сейчас до 27 декабря действует скидка в размере 50% на все решения Axelot Cloud. Такая уникальная возможность бывает не так часто, поэтому я надеюсь, что это сподвигнет вас к выбору наших решений в этой модели, и у нас будет просто шквал звонков на эту тему. Данную акцию проводится в рамках федеральной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Коллеги, ну а здесь контакты, вот, вы можете с нами связаться любым из указанных способов. Будем очень рады нашему совместному сотрудничеству.